Всем привет от бабы Маши. Накопилась куча вопросов и требований от бабы Маши, чтобы я прокомментировала последние события, что будет с каналом, что бабушка собирается делать. Мальчики, девочки, ищейка дышит бабушке в жопу. Пардон. Видимо, придется нам расстаться на этом канале. Хмурые гномы не унимаются. Сегодня мне залепили первый страйк. Это когда кто-то объявляет жалобу на какие-то слова или действия пользователя канала. Меня подловили на том, что я даю инструкции, как сушить грибы. Этот ролик удален с моего канала. По правилам YouTube 3 страйка и канал закрывается. Эта тактика мне давно известна, так был закрыт мой предыдущий канал. Поскольку хмурые гномы видят, что бабушка не затыкается, меня не только заблокировали, но теперь еще и медленно уничтожают. Ничего страшного. Я переезжаю на новый канал, бабуля объявляет «но пасаран» комиссарского тела. Мой новый канал так и называется «Баба Маша какая-то». Добро пожаловать, приглашаю всех желающих. Я продолжу медицинскую тему и буду восстанавливать куски со старого канала, конкретно те, за которые невозможно получить страйк, поскольку я вижу, они не угомонились. Россия также меня смотрит. У меня повысился просмотр с торрента с 5% до 70%. А российские граждане резко утаяли. Это все очень, конечно, смешно, и мне очень приятно получить такое внимание от хмурых гномов Российской Федерации. Давайте только посмотрим на реальную картинку. На реальную картинку. Рисую. Простая веселая бабушка, сидящая на своем острове на ферме. Собака, кошки, любимый мужик. Курит с утра до вечера, копается на своей ферме. Занимается пропагандой счастья и доброго отношения к себе. И объявленным врагом народа. Это или картинки боятся хмурые гномы? Я дублирую новый канал на Телеграме. Желающие welcome, как бы сказали англичане. Я с вами на этом прощаюсь. Желаю вам прекрасной весны и хорошего настроения, где бы вы ни находились. Жизнь хороша при любых обстоятельствах, она кратковременна. Давайте больше смеяться, а то когда же? И миссия бабушки об этом вам напоминать. А хмурым гномам бабушка передает пламенный привет, а также горячее поздравление с невероятно сложной и ошеломляющей победой в выборах. Весь мир с напряжением следил за горячей схваткой и стремительной и сокрушающей победой. До последней минуты невозможно было предсказать, кто победит. И бабушка передает вам, хмурые гномы, музыкальный привет.